Oriflame представляет Wellness-прокачка. 5 базовых упражнений для персональной прокачки от Елены Санжаровской. Упражнение 1. Приседания. Выполнять минимум 16 раз по 3 подхода. Вот положение приседа. Бедро параллельно полу, колено находится четко над носками и не выходит вперед. Вот такое вот приседание неверное. То есть вы видите, да, здесь у меня острый угол, колени выходят вперед, и вся нагрузка идет на коленные суставы. Приседать нужно с прямой спиной и сведенными вместе лопатками. Пятки на ширине плеч, носки развернуты наружу, колени расслаблены, подбородок немного задран. Садись на вдохе, поднимайся на выдохе. Упражнение 2. Выпады вперед. Выполнять минимум 12 раз по 3 подхода. Делайте шаг вперед на максимальную амплитуду с пятки правой ногой и опускаетесь в выпад. У вас носок впереди, колено сзади и четко над носком. И глубина, амплитуда выпада. Это два угла 90 градусов. Здесь угол 90 градусов и в левой ноге угол 90 градусов. Выполняя выпады, избегай наклона вперед. Спина должна быть ровной. На подъеме максимально напрягай ягодичную мышцу. Это ускорит результат. Вдох в нижней точке, выдох наверху. Упражнение 3. Разведение рук с гантелями. Выполнять минимум 12 раз по 3 подхода. Исходное положение. Немного согнуты колени, корпус немного наклонен вперед. Вы прижимаете руки к корпусу, и затем сгибаете их в прямой угол. Вы отводите локти примерно на уровень плеча. На выдохе. Гантели можно заменить пластиковыми бутылками, наполненными водой или песком. Во время упражнения кисти и локти не должны менять своего исходного положения. Фиксация способствует проработке задних и боковых плечевых мышц. Упражнение 4. Сгибание на бицепс. Выполнять минимум 16 раз по 3 подхода. Вы фиксируете руки у корпуса и делаете сгибание кистей к плечу. Это движение выполняется на выдохе. Прижми руку к корпусу. Это заставит максимально работать бицепс и не даст нагрузки на кистевые кости. Совмести сгибание с приседанием. Это сократит время тренировки и добавит ей кардиосоставляющую. Упражнение 5. Проработка прямой мышцы пресса на фитболе. Выполняйте минимум 12 раз по 3 подхода. Локти четко в стороны, подбородок вверх, шейный отдел неподвижен. На выдохе вы поднимаете верхнюю часть корпуса. Упражнение можно выполнять и лежа на полу. Главное, не переплетай пальцы и не выводи локти вперед. Это снизит нагрузку на пресс и усилит ее на шейный отдел. Следи за обновлениями и прокачай себя вместе с Wellness от Oriflame.